Привет, ребят. Пришло время вернуться в Coin Blank, да. Как бы это ни звучало странно, но я возвращаюсь. Сейчас, к сожалению, один. Надеюсь, что в будущие разы уже Саша, если вы хорошо поддержите Coin Blank, одну из культовых игр. Вот. В чем, собственно говоря, главный минус будет? Я не играл в ПБ порядка 2,5-3 месяцев. Вообще без практики, ну, в КС играл. И, блин, что сейчас будет? В принципе, до этого особо такого какого-то дикого скилла у меня не было, но то, что будет сейчас, я уверен, будет вообще ужасно. Люкс у нас сейчас. Смотрим, как Ахиллес пытается затащить со своими 18 хпшками. Контрит выход. В беглу. Да. Тут было почти нереально затащить. Так, все, давайте. Сейчас ручки будут все вспоминать. У меня ромбик тут оказывается даже. Дигл почему-то включен. Окей. Зажим. Ну, посмотрим, короче. В общем, уже очень сильно отличается все от КС, и я сразу же праг делаю, нихера себе. В моем излюбленном стиле сзади. Но фраг я сделал. Так. Выходим. Смотрим, чтобы с Б не пошли. Са. Коридор Б. Смок даем. И через смок надо выходить. Сюда хаешку. Ну, плохо дело, длину прорвало, походу, насколько я понял. Ага, один перезаряжается где-то. Где-то снизу там перезаряжался. Двойное убийство. Найс. Попробуем. Фак. Ну, конечно, надо вспоминать, как это вообще что делается. Ибо я рил нифига не помню. Будет плантить Б. Бомба была установлена. Окей. Ну и теперь надеюсь, он защитит бомбу. Смотрим. Смотрит оба выхода. Давай, мафиозник. У нас, конечно, практически шансов нету. И вообще меньше стало. Понятненько. Бомба деактивирована. Здравствуй, сразу же сливная каточка. Миссия провалена. Начало миссии. Ой, так непривычно, что закупа нету. Опа. Блин, серьезно, очень сильно от КС отличается Coin Blank. КС в этом плане намного интереснее и намного лучше. К сожалению. Надеюсь, когда-нибудь Саша купит себе КС-очку. Вместе с ним будем задротить. Активно. Окей. Фак. Тихо.
собирается. Граната! А сколько нас? 3-2. Ну я покоцал. Зигу я уверен, что кто-то держит. Поменьше бы топал, чувак. Да, фак. Победила синяя команда. Я не мог ее увидеть. Да, вернее. Мог, но не увидел. Ничего страшного. Считаю, что в принципе достойно провел первый. Люкс после того, как вернулся в КС. Мне бы сейчас не люкс, а какую-нибудь биглу бы. Ножи. Ну, не знаю, нет. Ножи я чуть не очень хочу сейчас. Потому что я уверен, что я еще сильнее солью. Давайте посмотрим, что у нас там по инвентарю. Сапмонт почти сломан. Так. Надо вот его поставить. По купонам тут всякого. Как говна за бани, собственно говоря. Так, подождите, а что у нас по магазам? Что-нибудь добавилось? Карбин, БСК какой-то, БСК, БСК. Так, ну сапмод за 24 косаря, чинить, нихера себе. Дороговато там, потом как-нибудь надо будет его, конечно, починить. Так, здесь у нас что? Г36, так. Ну, как я понял, вообще практически ничего особо такого не добавили за время моего отсутствия. Поставим сейчас К2. Как дефолтное оружие. Тренировочный лагерь не хочу, слишком открытая трасса. Мне нужна библа. Чисто для разогрева в этой катке. Ну пойдемте вот в эту, может, бибу. Давайте ее скатаем. Посмотрим, что у нас может получиться. Думаю, серию не буду делать длинной. Мою раковскую игру я не особо думаю, что хотите видеть. Долго очень. Так, где-то уже чей-то фигачит. Ой, как я стреляю-то. Как я точно-то стреляю, ё-моё. До этого-то особо не умел. А сейчас вообще у меня такой разброс. Надеюсь, я приду в норму. Игра по сравнению с КС какая-то такая резкая, что ли. Менее маневренная, я бы так сказал. По сравнению с КС. Так, с чьей-така там продолжает раздавать чувак на респе. Значит, пора этого господина уже усмирить. О, отлично. Ну чё, пойдемте навыки авапера показывать. Я нашел свое пристанище, я нашел чей-так. Сейчас буду показывать мастерство АВП. Ой-ой-ой, немножечко покоцало. Да фак, я только нацелил, ну. Ой, да. Мастерство авапера не пропьешь. О, бронька, здравствуй.
Надо здесь лимнуть. Тихо. Бляха-муха, я в плохой ситуации. Ой, как я стреляю, это ё-моё. Блин, еще не показывает, сколько я отнял. Я и так к этому привык. Показывал, сколько я вообще хп-то оставил. Чтоб вообще понять, попал ли я разочек. Ну то не показывает. Да фак! Одного и второго покоцал немножко. Да не, я в принципе считаю, что я пока что достойно. Туда хаешку отправим. Найс! Свой хэдшот я получил. Нет, неужели я в минус пойду? Живем, пацаны! Продолжаем жить. Граната! Ни хера себе тут. Да. Граната! Сзади. А. Ну мне кажется, я бы убил ту телочку, если бы не. Если бы сзади на меня чувак не снял. Ну вы, блин, горе, а вапер это, ёпта. О, 36, вперед. Да. Граната! Да не, нормально, пока что держимся. Ага, заходит снизу. О, не застилили, слава богу. Пак. Да. Попадание в голову. Победа. Ну, победа, в принципе, еще возможно тут, конечно. Хер его знает. Да фак! Бля, я почти же раздал. Так, один заходит. По идее здесь. Ой, как хорошо дробовика дал. Граната! Не я, правда, но все. Но. А вот и минус. О, у нас чувака еще и кикнули. Нихера себе. Я со статой 9-10 лидер. Граната! Класс. Граната! Чётенько. Пиздец вы, блядь. Резкие. Граната! Да, бля, ну побольше бы хп, я бы снес его. Сучара, а? Ну конечно, блядь, добить-то я могу. Граната!
каким, блять, раком меня граната зацепила, если я зашел за. Тихо, тихо. Двойное убийство. Ага. Чёрт, сука, думал, что я ушел, а нихуя, амба. На нахуй. Просто минус 5. Как боженька. Ой, минус 4. Блин. А вот тут уже не как боженька. Тут уже как лох. Ну, с 4 кубами. В принципе, достойно. Не, я в принципе размялся. Я очень доволен пока что тем, как я играю. Бля, только сказал сразу. Может быть потом еще запишу катки, где я буду один. Но больше, конечно, надеюсь, что с Сашей. С Сашей будем играть. О, массовая. Здрасте. Я знал, зачем бросаю хаешку. Давайте, пацаны, 86-86. У нас есть шансы на многое. Главное просто не слиться. Мудак, а? Сука, закрысить хотел ведь. Тройное убийство. Попадание в голову. Блин, почему я как боженька раздаю? Ну почти. Попадание в голову. На нахуй! Ебать, как бог. Да, сука, мудак. Вперед, бля, КТ. Давайте, пацаны, мы такой комбачок делаем. Нереальный. Можем, можем победу оформить и карточку мне оформить. Бляха, я не добросил, пиздец. В голову. На, хочу, ёпта. Ещё какие 32, откуда, почему? Да фак. Давайте, пацаны, ну, можем набить, набить, набить надо. Граната! 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 Ой, хорошо. Граната! 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 Да фак. Ну, отвечаю, я ей совсем мало оставил хпшечек. Лакерная сука. Хорошо, хотите, блядь, по-хорошему будет. Ну, я с хпшками плохими очень. Граната! Херась, я еще даже килл смог сделать. Граната! Граната! Да, бля. Давайте, пацаны, 20 киллов набить надо, всего лишь 21. Мы можем. Мрил можем. Я по киллу делаю, по киллу умираю. Ну, то есть, в принципе, баланс держится.
Тихо, не стилим у меня. Бляха-муха, пацаны, давайте, вот. 13 уже, 12 киллов. И отлично, мы на 11 опережаем. Я снова. One kill, one dead. Туда хаешечку. Оп, застилил нормально. Тихо, не стилим. На нахуй. Ой, спасибо, а то по патронам-то уже есть. Ничего не осталось по патронам. Ну чё, как бог просто сыграл вторую библу. То есть, как бы вспомнил все свои навыки, все свои скиллы. Чё у меня тут за миссия какая-то майская? Гнев земли, СВД и полевая лопата на 3 дня. Нахуя? Нахера, бронебойный? Ладно. Ну это все, собственно говоря. Всем спасибо, друзья, кто посмотрел, кто оценил, кто поставил лайк, чтобы Саша вернулся. Все, собственно говоря. Всем пока.